Дорогие друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас на моем кулинарном балкончике. Вчера мы с вами приготовили вот такой замечательный майонез из авокадо. Видите, он постоял, стал гуще. Мы когда взбивали, он был жидкий. Дальше. Я обещала, сегодня поделюсь моей любимой закуской – яйца антипасто. Это обычно итальянская закуска, которая подается перед блюдом, я так поняла. Этот рецепт я увидела у итальянского повара Джузеппе, и он меня покорил своей простотой. Нам надо отварить яйца. Дальше. Берем, можно любой майонез, даже магазинный. Берем майонез. Щедро. Каперсы. Следующий ингредиент – это каперсы. Я оставила целенькие для оформления. Остальные добавляем сюда. И немножко винного уксуса. Конечно, повар рекомендует итальянский винный уксус. Ну ладно, у нас украинский есть винный уксус. Я думаю, он ничем не хуже. Вот такая красота получилась, вы не поверите, это соус весь. Теперь нам надо яйца. Ой, яйца просто разрезаем пополам. И выкладываем на тарелку. Не знаю, меня эта закуска покорила своей простотой. И оказалось это вкусно. Я люблю с черным хлебушком. Так, разрезали яйца. Вот так, красиво. Вот так. И щедро добавляем нашу заправку. Смотрите, как это красиво. Добавляем каперсы и немножко зелени. Петрушка, у меня сельдерей. Просто вкусно и красиво. Вы один раз попробуйте приготовить и будете говорить мне и Джузеппе спасибо. Не забывайте подписываться на мой канал, а я вам готовлю такие замечательные рецепты. Всем пока! И до новых встреч! Красота! Мы с вами приготовили буквально за 2 минуты. Ну, не считай, что я отдельно отварила яйца, а вчера сделала майонез. Такую замечательную закуску.